Друзья, всем привет! Покажу сегодня, коснусь такой вроде бы простой темы, но в то же время актуально глобальной. Машина готова к сдаче после ремонта, машину надо привести за собой в порядок. Посмотрите, во что превращается чехол одноразовый во время работы. Это отчасти нам спасает сидушку от сильных загрязнений, которые вот это вот не наши. А так бы все, что, в чем мы работаем, было бы на сидушке. Но нам нужно поубирать в салоне вот эту вот пыль. Пыль, какие-то чирки от ног тут, тут от рук, там ногами где-то что-то пока лазили, садились. Все в пыли в нашей. Просто так гонять пыль не имеет смысла. Плюс на потолке тут, потому что мы тут с потолком работали. Что есть по составам? Это то, что постоянно нужно в работе. Вот этот недавно у меня в руках, но очень меня устроил. Это обычный очиститель для стекол. Для стекол специальная фибра чистить окна. Для этого состава, это универсальный состав, который можно чистить все. Кожу, ткань, пластик, снаружи, внутри, неважно. Можно даже мух с окон смывать, кстати, хорошо с этим справляется. Но что нам нужно? Пока что на коврики не обращаем внимания, коврики вытаскиваем, потом отдельно моем. Нам нужно пособирать пыль с панели, пыль с сидушек. И вот тут вот мне не нравится, я прямо так сделаю, что-то я тут на потолке мацну. Все, растираем насухо. То есть это легкие загрязнения, это те, которые нанесены нашими руками. Главное, чтобы руки при этом деле были не в масле, тогда они вытираются довольно-таки легко. Смачиваем фибру и пошли по всем карманам, по всем углам, козырьки. Я тут работал с потолком, поэтому мне нужно за собой поубирать. Сильно заливать тоже не надо. Если есть какое-то загрязнение, пшикаем на него, оставляем секунд на 20. Вымываем, если сразу не ушло, еще раз повторяем процедуру. Ну, это в каких-то таких сложных случаях, когда чем-то мацнули. Все остальное 10 минут тратим на салон микрофиброчкой, аккуратненько. Очень осторожно надо быть с мониторами, особенно на очень-очень свежих автомобилях, Tesla и все остальное. Для них есть специальные микрофибры, лучше не рисковать. Руль. Состав работает не агрессивно. Ну, не знаю, с чего он там сделан, но отмывает реально все. Вот прям вообще все. Можно пройтись еще также очень действенно. Вот после того, как все поутираю, вытащу сюда воздух, попродувать, пооткрывать двери и повыдувать со всех щелей, потому что тряпкой так или иначе везде не залезешь. А заниматься детейлингом на каждой машине при сдаче, ну, как-то не вариант. Он, человек, разлил кофе. Прямо туда пшикаем, пока оставим. Пусть оно его разъест, и посмотрим, что тут на сидушках. Что это за состав такой тут въелся. В основном по пыли так собирается она легко и быстро. Смотрим, с сидушки все отмылось. Какая-то рифленая. Ну, тоже все подмывалось. Приятный запах оставляет после себя эта штуковина. Не едкий, не вонючий. Повторюсь, мы не занимаемся именно генеральной уборкой. Мы не занимаемся детейлингом салона в этом случае. То есть ничего такого. Чисто поубирать за собой свое. Свое, короче. Все, кофе там раскисло. Спокойно убрали. Там все чисто. В подстаканниках пыль убрали, вытерли. Есть здесь по порожку, где мы ногами дубасим постоянно,
активно протерли. Еще вижу пятнышки. Чуть-чуть прямо в них так даю. И сразу дотираю. Объясню, почему стараюсь вытереть все, что есть на видимых частях. Первым делом, что у вас спросит клиент, а что это такое? А у меня этого не было. И вы ему станете объяснять, что это так было, что это не ваша грязь, что у вас был чехол одет на сидушку. У меня этого не было. Не знаю, ототрите мне, пожалуйста. Поэтому лучше оттереть сразу и к этому вопросу с клиентом больше не возвращаться. Понятно, что там пыль, еще что-то, это можно объяснить. Ну, блин, ну не заметили там где-то что-то как-то. Но вот загрязнения такие явные, которые сразу бросятся в глаза, надо убирать. Это если уже там конкретно открываете машину, да, при приеме, видите, тут порвано, там клеем залито, сразу пальцем показали, в заказ наряде прописали, и вопросов к вам с этим не будет. Вот. По окнам. То есть с этой стороны мы так образно пробежались. По окнам. Чем хороша микрофибра отдельная, тем, что она очень хорошо дотирает окна. Пробежались внутри. Вытерли все. То же самое по стеклу лобовому. Пробежались, вытерли. Внутри наша пыль очень сильно прилипает, оседает. Клиент будет очень недоволен, когда он вечером выйдет. И ни черта будет. Ни черта ему видно не будет. Потому что нашей пылью все присело там. А как машину не заклеивай, все равно внутри так или иначе будет осаживаться пыльца. Так, ну и предпоследний этап, как бы перед отдачей. Нажатый воздух, открываем все кармашки. То, что клиентская лежит в бардачках, ну, как бы, если уборка не оговаривалась, в идеале вообще не трогать, потому что там деньги, там какие-то салфетки, чеки, это лишним будет. Ну, это если не оговаривалась уборка. Как правило, в малярке уборка не оговаривается, поэтому не трогаем. Там не лазим в бардачки никуда. Обдули, еще раз обтерли поверху вот эту пыль, которую прогнали, и все, больше не надо ничего в машине делать. Пылесосы и все остальное, это отдельно уже оговаривается, само собой, там чуть-чуть другие подходы. И тоже просто так пылесосить не надо. Клиенты к этому привыкнут, потом, если не пропылесосите, будут вопросы, а что ты типа не доубирал. Убрали основную пыль, если грязно было в салоне, вы по-любому сделаете чище, чем оно было. Протерли еще раз пыльцу, все готово. Ну и по наружке, само собой, я стараюсь машину по наружу мыть, то есть я сейчас ее загоню, ополосну, она будет стоять чистенькая, резину начернить и... пушечка. Ничего сложного, два состава, воздух, ну и сполоснусь наружу. Всем пока.